Кстати, Франция на выставке представит автомобиль нового поколения. Такую информацию на презентации павильона сообщил генеральный комиссар Паскаль Лоро. По его словам, программа Франции на Экспо-2017 состоит из трех тем – экогород, возобновляемая энергия и экологичный транспорт. Представители крупнейших компаний расскажут о проблемах изменения климата. Кроме того, в течение всего периода выставки в павильоне пройдут семинары, мастер-классы, научные конференции. А для студентов организаторы подготовили форум разработчиков «Хакатон», где молодые ученые представят свои инновационные проекты. Что касается культурной части, 21 июня в помещении пройдет празднование Дня Франции, а 14 июля – Дня взятия Бастилии. Наш павильон будет состоять из двух уровней. На первом мы продемонстрируем свои предприятия, у которых есть самые продвинутые достижения в области технологий будущего. Второй этаж будет посвящен семинарам, конференциям и дебатам. Каждому из 8 наших партнеров будет отведена специальная зона, где они будут демонстрировать свои технологии с помощью интерактивных элементов, тактильных экранов и последних достижений.